Здравствуйте, друзья. Вопрос задает человек, что вот логическое мышление, оно есть или нет, как понять, есть оно или нет. И то вот пишут в объявлениях там на тестировщика, что логическое мышление нужно. И еще Люба Шишова из Гугла тут напугала его, потому что рассказывала, что на интервью давали задачки логические. Вот, и как теперь жить с этим? Значит, ну, давайте мы так скажем. Значит, логическое мышление – вещь во многих профессиях совершенно необходимая. Понимаете, вот если, допустим, человек художественный, артистичный, понимаете, он какими-то такими категориями, он эмоциональными, понимаете, и вот и это то, что нужно, то, скажем, в инженерном деле, да, нужен расчет, какие-то построения, там, умозаключения, они по определенным законам строятся. Есть наука, логика. Вот я когда учился в университете, там, на математика, у нас был предмет математическая логика. Я как раз выпускался по кафедре алгебры, вот там, и математической логики. И я помню, вот, изучение математической логики на несколько месяцев мне снесло мозги, потому что в обычной человеческой речи я начинал видеть столько несуразицы. Вот с точки зрения формальной вот этой логики мне просто было тяжело воспринимать. Но потом привык, все вернулось там на круги свои и так далее. Так вот, есть определенные правила, по ним как-то строится. Значит, есть люди, которым это легко дается, есть люди, которым это сложнее дается. Каждому человеку это в какой-то степени дано. Так же, как и видение мира такое артистическое, так же и логическое, оно присутствует в каждом человеке, но где-то больше, где-то меньше. Где-то уже до такой степени, что вообще ничего не осталось больше другого. Поэтому я, честно сказать, не видел людей, которые были бы настолько лишены способности к логическому рассуждению, чтобы вот сказать, что вот он не может на уровне того, что нужно там, чтобы работу найти. Я все-таки различаю. Одно дело найти работу и там, ну, получать какую-то зарплату. И другое дело быть крутым, быть серьезным, быть таким, который других за собой ведет. Это уже совсем другой уровень, абсолютно в любой профессии. Понимаете? Поэтому на том уровне, на котором нужно иметь логическое мышление для того, чтобы там, скажем, работать в тестировании программного обеспечения, не хитрым, простеньким, достаточно, ну, просто быть в состоянии там двигаться по инструкции. Вот написано там чекбок, там, значит, отметить, если он не отмечен. Значит, должен глянуть, отмечен он, не отмечен. Да? Если, значит, не отмечен, значит, там чек. Ну, понимаете, но вот на этом уровне. Действительно, есть люди, у которых проблема с тем, чтобы идти по какому-то алгоритму. Я видел таких людей. Но это просто от того, что им обычно просто пофигу все. Да? Когда от этого что-то зависит в жизни, да, они достаточно аккуратно это делают. Я сам такой, я вроде бы рассеянный там и несобранный там и так далее, но у меня в жизни было достаточно много разных этапов, эпизодов и так далее, когда нужно было быть собранным, я был предельно собран. Никаких сомнений. То есть я способен, но я просто мне не нужен. Вот. И все мы так, ну. Значит, в этом смысле я бы не сомневался в себе, а просто сказал бы, я делаю то, что я делаю, и не занимаюсь ерундой. В смысле, не заморачиваю себе голову. Следующий момент вот в чем состоит. Дают логические задачки. Вообще давание логических задачек, я считаю, что просто выпендриваются люди. Знаете, они же не придумали сами эти задачки, они берут их из книжки. Вот ты придумай такую, понимаете? А они берут задачку, сами решить ее не могут. 99% людей, которые дали вам логическую задачку, случись им оказаться вот в такой же точной ситуации, и они не ответят. Абсолютно. Даже есть, как бы, может быть, даже не очень сложные задачки бывают. Ну, вот, я не знаю, ну, вот классическая. Положили амебу в стакан, и она каждую секунду делится на две амебы. Две амебы, две амебы. Вот такого же размера получается. Удваивается в размере каждый раз. И вот там через 60 секунд стакан полный. Вот сколько нужно секунд, чтобы стакан наполнился до половины. И вот там народ так сходу говорит 30. Хотя, в принципе, понятно, что одну секунду назад это было полстакана. Если удваивается каждую секунду, значит, сколько времени назад было полстакана? Секунду назад было. Но, понимаете, оно так построено, чтобы наподловить там
или чего-то. И если человек не решает такие задачки, я хочу сказать, что подавляющее большинство вполне технически талантливых, одаренных людей, тогда не решают эти задачки так вот сходу, с легкостью и так далее. Больше того, как человек, который учился в хорошей физмат-школе и прошел как бы некоторый путь в том, чтобы решать задачи вот такие, олимпиадные, что называется, да, я могу сказать, что это натаскивается легко. Ну, относительно легко. На это, на все можно натаскаться. На решение олимпиадных задач можно натаскаться. На решение, натаскать можно человека. На решение задачек, которыми в советских вузах сыпали нежелательные категории абитуриентов. Вот, значит, тоже там был целый класс. Были люди, которые их собирали. Я как-то участвовал там в решении нескольких. Вот. И талантливые были некоторые. Задачки. Так вот, я к чему рассказываю, что и на это тоже натаскивалось. То есть, если ты математику учишь, это одно. Если ты натаскиваешься на решение задачек, с помощью которых сыпят на экзаменах, ты будешь прекрасно их решать. Вот. Поэтому, за исключением каких-то сверхособых случаев, когда действительно это какое-то значение имеет, вот то, как он решал вот такую задачку, я хочу сказать, что ни для программиста, ни для тестера, ни для кого никакого значения это все не имеет. И люди, которые решают, как тестировать, вот дать ему вот такую задачку или не дать ему такую задачку, это не люди, которые имеют образование или квалификацию какую-то, которая позволяет им определять, с помощью каких задачек, значит, тестируются какие там качества у тех или иных людей. Понимаете, это все абсолютно ерунда. Значит, если вы не решаете такие задачки, значит, то хрен бы с ним. То есть вы настолько ничего в жизни не потеряли, вы даже не представляете. Вот. Я бы не стал вообще на это внимание обращать. Действительно, бывает, что ты куда-то приходишь, и там дают какие-то задачки. Что вы можете сделать? Конечно, вы можете взять книжку с этими задачками. Они все в книжках. Вот, и потратить какое-то время на такую гимнастику там мозгов, заодно решение там, если что не решите, скорее всего, ничего не решите. Но, тем не менее, чем больше вы будете знать решений в разных ситуациях, вот такого, да, то как бы, значит, тем проще будет. Я вам напоследок расскажу смешной случай. Значит, у нас девушка была на интервью, студентка. И дали ей там вот такую задачку. И смысл такой задачки был в том, что даже если она, может быть, там не проявила себя ярко, но если она эту задачку решила, то этого, в принципе, достаточно, чтобы ее взять, потому что это уже какие-то такие выдающиеся способности. Ну, дали задачку человеку. Она приходит и говорит, вот такую задачу дали, значит, а я как человек тренированный, значит, так покумекал немножко, репу почесал и, в общем, понял, о чем речь. И не будучи умным сильно, а будучи просто тренированным в прошлом. Вот, поэтому, значит, я был собой очень доволен. Не буду скрывать, значит, был собой очень доволен, тряхнул стариной, значит, решил задачку. А поскольку я в это время урок вел, там, через пару часов, то я на уроке рассказал про эту задачку и как ее решать. Просто вот, ну, случай, так сказать, на экзамене, да, вот я ее рассказал. Проходит, ну, боюсь соврать, какое-то время, во всяком случае, вот в этой самой группе, где я эту задачку рассказывал, проходит какое-то время, и девушка из этой группы попадает на интервью, что вы себе думаете, в ту самую компанию. И они ей, вы уже, наверное, догадались, да, они ей дали ту самую задачку. И знаете, что она сказала? То есть она могла, ну, то есть, как надо было бы, она должна была бы посидеть, так, побегать, помекать, почесать репу и сказать, ну, наверное, вот так, да, и дала бы им решение, и они бы обалдели. Знаете, как водитель потрогал и обалдел. Вот, а тут, значит, она посмотрела на задачку и говорит, ну, эту-то я знаю, вы давайте мне другую. Они ей дали другую, она ее не решила. У них заготовлено было. Я говорю, они же сами их не сочиняют, у них там есть несколько из книжки. Вот, поэтому так тоже бывает. Вроде готовишься, а зачем, так и не понял, понимаете. Вот, так что если вы уже наготовитесь по задачкам, вы тогда уже сядьте с умным видом, почешите репу и так
правду матку им и скажите, чтобы они обалдели. А не так, чтобы вам дали другую, на которой вы проколитесь. Счастливо!